мы туда в пустоте. Подивись на Титан. Там груз с названием, совпадающим с кодовым названием военно-морских учений в районе Одесского залива. Продолжение следует...
или дали подержать. С праздником! Ну да, похож на папу. Морской волк. Перевода нет, дорогие друзья. Вам давно говорят, изучайте английский язык. Иначе будут проблемы. Thank you. Thank you. How are you? I'm good, thank you. How are you? Ну что, дорогие друзья, на такой современный, так, что это у нас, фрегат, мы поднимаемся вместе с вами в первый раз. Заходите, палуба, палуба, ты меня раскачай. Итак, по крутому трапу мы поднимаемся на... Так, сейчас мы поднимемся, потом разберемся. Один из самых современных кораблей, которые заходили в Одессу, по технологии стелс. How are you? Not too bad. Yourself? Yeah, I'll let him know. How are you? Not too bad, eh? Just in there. Was watching the green camera. Так мы на палубе. Маузер или парабеллум? Нет, это блок. Ага, Рэмбо. Рэмбо! 10-я серия! Так, это была последняя кровь. У нас с калашами проще. С калашом проще? Конечно. Штыковые эти. Да, эти пехоты. Что же с нас? Да. Идите вот тут.